С воскресным днем, 11 августа сегодня. Воскресным днем. Немного в прудика посидим. Thank you.
пойдем домой. И на газонах у нас растут цветы, а бывают и грибы. Мы пришли домой, такая туча повисла, и дождик пошел. Дождь прошел, и такая красивая вечерняя радуга, как будто говорит нам о том, что все пройдет, и будем с Богом, и Господь пошлет нам радость. Как знак это радуга. Всем доброго вечера и всего доброго.